Привет всем, с вами Вика. Сегодня мы в Хьюстоне, в городе, в самом Хьюстоне, смотрим квартирный комплекс, называется Дакота. Он, почему мы его смотрели, потому что он построен в 2021 году. Вот, он новый. Когда мы смотрели, там были квартиры, в которых еще никто не жил. Вот, и комплекс новый. Там еще стройка идет вокруг немножко, там, может, уже не идет, потому что полгода назад смотрели. Очень понравилась кухня Island. Это двухкомнатная. Знаете, что понравилось? Что в спальнях паркет. Нету этих ковролинов дебильных, которые потом надо мыть, еще за это платить. Я так убрал, подмел, помыл, и уже чисто, не надо с тебя не стягивать столько. Не очень большая комната гостиная, но смотрите, вентиляторы, если жарко, можно с вентилятором сидеть, не надо гонять этот кондиционер. Хорошая ванная, душ, нравится, что довольно большой душ, вот, и довольно большие walk-in closet'ы. Мне нравится, что здесь железные эти полки, лучше пусть они будут деревянные, но уже что есть, зато размер очень хороший. Смотрите, какая классная квартира. Однокомнатные стоят где-то 1500 с чем-то, а двухкомнатные 1700 с чем-то. Вот, но надо ловить, потому что в марте, в апреле цены снижаются, потом повышаются. Вот, надо смотреть. Смотрите, какие размеры. Очень клевая ванная, и никто до тебя там не жил, ни свои ДНК не оставлял. Запахи всякие, и это довольно хорошие размеры walk-in closet. Дакота, присмотритесь к этому комплексу. Он в самом городе. Там и бассейн, и барбекю, все, что надо для жизни. Вот. На этом все. Всем привет из Хьюстона. Чао.